Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Женёк, и я играю за какого-то узкоглазого чувака на серваке под названием DayZ в Сампе, короче. Я решил, ну, всё-таки зарубиться. Так, давайте посмотрим, бинты. Давайте возьмём. Что у меня вообще есть в инвентаре? У меня есть сухпаёк и бинты. Так, я ничего не выкинул? Нет, отлично. Аптечка. Слушайте, а тут много лута. Бинты. А, инвентарь полон. Выбросьте что-нибудь. Ага, вот оно как. Но у меня есть сухпайок и бинты, аптечка. Нет, пока что я ничего выкидывать не буду. Пусть все остается, знаете. Лут, конечно, здесь много, но не все лезет. Обидно то, что не все сюда. Ой-ой-ой, чувак пришел. Не убивай, чувак, я обзор пилю. Пожалуйста. А ты офигел, что ли? Упс. Слушай, братюня, ты чё? Иди нафиг. Слушайте, он меня, по-моему, сейчас где-то убьет. Давайте как быстренько дёру отсюда. Блин, да он задолбал. Вот бесят меня такие сволочи. Вот ты только приходишь на сервак, да? Вот я только что на сервак пришел, да? А меня уже убить пытаются. Слушайте, не портите мне впечатление от игры. Вы падлы, блин, корявые. Что же вы творяете такой? Сволота какая. Короче, дёру отсюда. Как у меня со здоровьем? Тут есть где-нибудь здоровье, а? Фух, ё-моё. Я вроде от него убежал. Не, ну сволочь, там в деревне наверняка лута дофига. Сейчас, давайте посмотрим, как это. Может, я ему неправильно сказал, либо он дебил, либо я что-то неправильно сделал. Так. Чат это... Ага, вот так вот, да? Значит, я, видимо, неправильно сделал, да? Мне надо было вот так вот сделать и написать, типа, не убивай меня, пожалуйста, да? Сейчас посмотрим, он что-нибудь... Да хрен его пойми. По-моему, все то же самое. Тут нет. Короче, ладно. Либо, походу, чувак дебил. Хотя я напишу все-таки. Знаете, вот просто действительно некоторые, вот когда я им пишу, что я все-таки пилю, блин, обзоры, меня не надо убивать, то ё-моё, они все-таки реагируют на это нормально и не убивают меня. Но есть и такие персонажи, как, ну вот этот вот хмырь, я не успел его ник прочитать, потом на видео прочитаю, найду в инете, блин, и я не знаю. Расчленю, наверное. Честное слово. Они вот охреневают, честное слово. Вот. Так, мне надо использовать бинты. Или аптечку. Потому что у меня падла это отфигачил катаной. Поэтому давайте, ребята, сейчас вернемся обратно. Я надеюсь, он оттуда уже слинял куда-нибудь благополучненько. И я попробую взять аптечку обратно. Вот тут вот что-то валяется. Так, грелка, да нахрена ж, мне грелка-то ваш. А, тут нужна будет грелка, да-да-да. Кстати. Чё это? Пакет с кровью. Это-то зачем? Вы чё, шутите, что ли? Да нафига мне эти грёбаные бинты? У меня есть бинты. Не надо мне бинты. А, опять не то, опять бинты. Не, бинты у меня есть, бинты мне не надо. Во-во-во-во-во, тейк, всё, окейушки. Хотя, если сейчас полезет, то... Нет, не полезет, да, все, я так и знал. Так, знаете, давайте сейчас куда попробуем сбегать. Слушайте, там вот вдалеке. А, нет, это столбик. Мне показалось, там вот этот чувачок стоит, блин. Сволочь, вот сволочь, в натуре, вот. Урод, вот падла, а. Не, ну, ребят, ну нельзя так, а. Слушайте, чуть... Оба, на, винтовка. Тейк. Ах ты, ё. Не, винтовка мне точно нужна. Давайте одни бинты выкинем. Ну, потому что мне так много, это, бинтов ни к чему. Я взял винтовку, все, окей. Так, винтовка, дроп. Не, верни обратно. Так, вы взяли винтовку, окей. Винтовка, юз. У вас нет, да блин. Фигово, это что такое, что это за кусок мяса? Мясо.
Зараза, мне надо будет рюкзак еще походу искать себе, блин, побольше-то, ё-моё. У меня же рюкзак-то никудышный. Слушайте, знаете, давайте... Мясо, мне кажется, может испортиться в любой момент, поэтому... Если я сейчас выкину сухпаёк, то мне будет с мясом, конечно, жопа. Потому что, насколько я знаю, по таким вот игрулькам, мясцо, оно довольно быстро портится. И это мне не надо в данный момент. Меня тут в любой момент могут это отфигачить по самой не балуйся, знаете? Это будет очень фигово. Ой, бля. Ладно. Извиняюсь. Давайте-ка поищем патроны для винтовки. Может быть, я найду что-нибудь. Конечно, бегать здесь небезопасно. Вот он! Твою мать! Опять какая-то падла. Да-да-да-да-да, это он. Слушайте, погодите. Не-не-не-не-не-не-не! Пошел вон! Я Давай, говори, все, не убивай, пожалуйста. Ты видел, что я тебе написал, чувак? Слушай, давай мирно, а? По-моему, он ненавидит обзорщиков. Давайте я ему напишу. Давай мирно, а? А то у меня, знаешь, ничего нет. Давай. Слушайте, я ему не доверяю. Я его боюсь. Так. Давай поговорим. Ты куда-то побежал? А нафига он убежал-то? Чувак, ты зачем убежал? Мы как два... Зачем? Куда? Ну давай, я, знаете, мне немного страшно с ним идти, потому что я не знаю, куда меня приведет, и... ну, будем надеяться, что у меня далеко-то не... Да-да-да, чё, чувак? Знаете, если у меня сейчас попробует убить, то я, надеюсь, убежу. Убежу. Блин, сказанул же, ё-моё. Ох, ё. Давай. У тебя более утоляющий есть? А, нет... Запятая, только бинты. У меня только бинты. Могу бинт скинуть, чувак. Нужен бинт? Куда ты побежал-то? Куда ты побежал? Тебе бинты не нужны? Ладно, хрен бы с ним, конечно. Я не хочу сейчас за кем-то тут носиться, как, блин, психбольной дебил. Я, пожалуй, лучше схожу себе это... Полутаюсь тут по округе, может, что найду. Я бы мог ему, конечно, скинуть бинт, потому что я не жадный. Бинтов у меня как бы до сраки. Ну уж как до сраки. На жизнь-то, говорит, хватает. Про аптечки я ему еще не стал так сказывать. Будем надеяться, что он это видео и не увидит. Но если увидит, то в любом случае, пусть знает. Нет, просто понимаете, это... Я не знаю, чего вообще тут от людей ждать, потому что в основном на этих серваках играют неадекваты. Как бы понятие школьника, оно достижимое, поэтому я не буду говорить, школьник есть человек просто, который учится в грёбаной школе. Конечно, бензин, нахрена, у меня и машин-то нет. Вот, как бы школьник человек, который учится в школе, и школьник, собственно, ну как бы злой школьник, вот такой вот совсем неадекватный. И, собственно, если человек просто учится в школе, то про него, как бы, говорить такую чушь я не буду. А вот про этого долбоёб есть такое вот понятие, да? Вот это да. Здесь очень много таких, кстати. На серваках вообще в Сампе очень много всяких долбоёбов. Вот любой, кто играл, он со мной согласится, потому что тут полно всяких. Вот ты идёшь, никого ничего не трогаешь, херак тебя убили, всё. Ну, это как бы, ну, сами согласитесь, это неправильно. Но нет, ведь тем обязательно надо убить, особенно если ты пишешь, что ты какой-нибудь там, я не знаю, обзорщик или летсплейщик, да? То тебя вот первым делом, блин, пытаются замочить. Я не знаю, зачем они это делают, но, блин, я устал. Они это делают, наверное, для того, чтобы потом сказать, о, прикол, чуваки, я, короче, летсплейщика завалил. Кстати, сколько времени сейчас? Никто мне не скажет? Я что-то как-то не вижу. Я прожил пока что 0 дней еще. Ничего, попытаемся выжить, так что это... Часы. Часы, конечно, штука полезная, но мне их девать некуда. Вот рюкзак себе надыбу, и тогда, может, возьму часы.
Пока что никак, нет. Пока что мне не до часов. Так, лишь бы меня тут никто пока что не убил. Рекал какой-то, что-то тут всех кикают, блин, банят, все подряд вообще. Но я пока что стараюсь не агриться, чё-то как-то неудобно у меня прыжок на шифте стоит, зараза. Не привык я к шифту. Я от этого Кенана Нуриева решил все-таки уйти. Зачем мне нужен? Так ведь. В любом случае, я не знаю, безопасен ли он был или нет. Хотя он вроде пока что не агрился на меня. Правда, первый раз он меня шибанул, конечно, катаной. Это меня... Если бы он так не сделал, то я бы, пожалуй, даже с ним немножко бы тут побегал. Может быть, он мне чего-нибудь полезного показал. Но знаете, он, блин, заводит меня, хрен, кто меня заведет в какую-нибудь темную подворотню. И, как говорится, пиши и пропало. Слушайте, а если я захочу пить, интересно... Ой-ой-ой-ой-ой, только не коцайся. Чё я пить буду? Упс. Походу, я покоцался. Знаете, надо найти, что попить, надо найти рюкзак, я не знаю, где все это найти. Слушайте, а на карте тут есть? Тут вообще нет ничего на карте, тут абсолютно пустая карта. Вот, верьте, нет, а карта абсолютно пустая. Так. Total Zombies, что-то там написано. Температура 36,6, блат, пока что все в норме. Кровотечения у меня вроде как нету. Так. Ох, нифига, тут уже 25 человек, уже поназаходили. Ну ничего, будем надеяться, что никто из этих 20 как бы сильно агриться не будет и меня не убьет. Знаете, лучше всего вот заранее написать, чтобы меня никто не убивал, типа... Это, ну, как бы, что я действительно пилю обзор такой, да? И убивать меня в данный момент не следует. Как бы это не самое лучшее желание, как бы, возникает у некоторых. Вот я лучше сразу напишу, чтобы потом я успел написать, потому что пока я пишу, пока я корябаю тут эту байду, меня могут в любой момент грохнуть. А так мне только нажать на две кнопочки и все. Ладно. Вот даже в самом DayZ'е я играл, кстати. Я не знаю, может у меня на канале когда-нибудь будет DayZ, но я не знаю, не уверен. Вот. В самом DayZ там тоже очень много таких персонажей, которых ты вот уговаривай, не уговаривай тебя не убивать. Да, им бесполезно. Они вот думают, что у тебя есть лут. Нет, я понимаю, что они не знают, конечно, что у меня нет, ну нифига. Но ёлки-палки, а вот представьте, я сейчас буду ходить, найду себе вот в натуре патроны, буду ходить и фигачить всех направо и налево. Вот кому это понравится? Меня же все за грёбаного дебила примут. Так что я не знаю, я таких людей не понимаю и... Часы, опять часы. Да вы мне рюкзак-то дайте, да ё-моё. Насрать мне на ваши часы. Так, вот по углам может лежать лут. Вот, 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 я же говорил. Так, запчасти для двигателя. Нафига у меня машины-то нет. То бензин, то запчасти. Да вот в натуре, на кой черт? Обычная одежда, так. Одежда, одежда. Я не знаю, нужна мне одежда, не нужна. У меня полон инвентарь и одежда, ну, я думаю, мне пока что как-то не особо нужна. Как бы я и так похожу, у меня вот эта одежда целенькая, ничего, не это, не лоскутки. Так, слушай, что-то там лежит. Если я вижу где-то лут, я обязательно иду беру. Это, как бы, самое главное правило всего DayZ. Набор инструментов, да нахрена. Не, ребят, вы понимаете, здесь какой-то хламинос лежит. Колесо. Слушайте, я пришел в какой-то, я не знаю, автомобильный ангар, хотя я помню, что в Сан-Андресе это, по-моему, была ферма, а не автобаза. Так, через дырку я просочился. Ничего, ничего страшного. Это нифига не автобаза, поэтому... сейчас почешу себе руку. А то у меня рука уже на кнопках вспотела. Это нифига не автобаза, насколько я... Чё это? Это я так хожу или кто-то стреляет? Погодите, погодите. У меня что, звук такой был неожиданный? По-моему, я так хожу. Надеюсь. Опять бензин? Нет, бензин. Фу, блин, мне показалось, там кто-то прошел. Так, пустая бутылка. А, блин, вот пустую бутылку, конечно, стоит взять, потому что можно сейчас подойти к водичке и наполнить ее. Блин, придется выкинуть, наверное, что-то. Либо бинты. Давайте бинты, у меня все равно дофига бинтов.
Мне придется их выкинуть, хочешь не хочешь тут. И взять пустую бутылку, потому что... Если я сейчас вдруг неожиданно захочу пить, то я могу просто подойти к воде тут. Где-то должна быть вода, и если я подойду к воде, то я, запрыгну в море, могу наполнить пустую бутылку. Так, а слушайте, а если в один? Нет, никак, да? Фигово. Так, это что такое? Колесо, да... Слушайте, это не похоже на колесо, это похоже, ну я не знаю, на какую-то херовую текстуру, честное слово. Бита! Да блин. Так, ребят, я не знаю, мне придется, наверное, что-нибудь выкинуть. Давайте выкинем винтовку, потому что патронов у меня все равно к ней нифига нету. И давайте возьмем биту. Как бы биту я могу использовать сейчас. Юз, все. Вы использовали биту. Окей, все, у меня есть бита, ребята. У меня есть бита. Все, давайте я хотя бы вооружился, если что, мне хотя бы будет, ну, чем навалять кому-нибудь триндюлей, извините меня за выражение. По крайней мере, если кто-нибудь будет на меня агриться. Хотя я надеюсь, такого не произойдет. Я милый, добрый, гребаный человек. Потому что я, блин, сколько играл в самп, вот чисто просто так по угару, обычно никого не мешу. Ну только если у меня уж совсем в башке переклинит чего-нибудь, какой-нибудь там шарики за ролики заедут, тот еще вариант, конечно. Но так-то сам по себе я шибко добрый человек. Поэтому триндюлей просто так не вешаю. Ну вы же меня знаете, ну поленья. Нахрена? А, наверное, ночью, да? Ночью, вот если ночь наступит, чтобы зомбарей отпугивать, можно разжечь костер. Что это такое, часы? Да ебарасоте, да ёпарамазай. Ну вот это издевается, а, совсем. Ох, ё, ненавижу часы. Нет, часы, конечно, вещь нужная, да? Ну, я понимаю, что она нужная. Но, блин, не настолько же. Вы мне рюкзак бы пихнули куда-нибудь сюда это, ё-моё. Я ж хожу здесь, как грёбаный бомж. Нихера нет. Нищий. Я нищий. Колесо. Ну, теперь по этой сраной текстурке я понял, жир колесо. Текстуры здесь, конечно, ну, просто зашкаливают. Но это не важно. Давайте не будем обращать внимание на такие мелочи, как фиговские текстурки, потому что, ну, я понимаю, но... Все-таки это сервак, я не знаю, кто делал, конечно. Я не знаю, кто тот админ, тут вообще есть админ. Но это не важно. Так, давайте немножко передохнем. Сейчас пока пойдем так аккуратненько. Так, бита у меня есть. Давайте пока не будем светить биту. Что это? А, это куст. Ё-моё, я думал, это человек так к стенке прижался, к заборчику. Но нет, ребят, нет, это всего лишь куст. Канистра с бензином. Ну правильно, в алкогольном магазине, конечно же, должна лежать канистра с бензином. Хотя, знаете, насколько я знаю, я смотрел интервью Сергея Шнурова, и он говорил, что бухал бензин. Консервы. Слушайте, консервы. Блин, важная вещь, консервы, конечно. Так, содовая. Что, хотел сказать, садовая. Садовую мне не надо. Нет, спасибо. Так, ну пока что покушать-то у меня есть что, но мне рюкзак бы... Вот пока что я бегаю в поисках рюкзачка. Ни на кого нарываться я не хочу, а тут нарвался на одного человека. Благо, он не сильно-то псих был. Хотя, все-таки, ради собственной безопасности я от него слинял. Честно. Потому что, ну, вы понимаете, ну, не слишком стоит доверять людям в игре сам. Да вообще, в сетевых играх не слишком стоит доверять людям. Только проверенным, с которыми ты уже сам много раз играл, там всякое такое. Так, вот бутылка с водой, все окей. Если я сейчас захочу пить, то я в любой момент могу выпить бутылочку с водой. Как бы на попить у меня есть что. Вот что это там на этом... на побережье лежит. Да блин, я устал. Передохну сейчас немножечко. Что такое С и П? Вот. Так, мне очень интересно. Нажимать на них бесполезно. Я нажимаю на С и П, но... Никакой ровным счетом пользы это не несет. Слушайте, это был подгруз текстуры, небольшая такая дырка текстурная. И мне показалось, что это что-то важное. Да, я лох. Окей. Ладно, ребят, я в любом случае играю на этом серваке первый раз. Для меня это все в новинку. Ну, все, 25 человек так и сидят. И, надеюсь, они как бы где-нибудь далеко от меня. Потому что я, знаете, не сам никого убивать не хочу. Ну и меня, конечно, я не хочу, чтобы кто-нибудь убил. Потому что это было бы очень обидно. Первый раз зашел, меня шмякнули. Как это неприскорбно звучит. Но это было бы очень обидно.
Я не хочу, нет, спасибо. Я сегодня не собирался умирать, вот эти как. Так, надеюсь, до ночи у нас еще далеко. Так, если наступит ночь, мне надо хотя бы, я не знаю, найти какое-нибудь убежище. Знаете, тут ни домов, нифига. Если бы тут были дома, я бы хотел хотя бы от зомбарей бы прятался, знаете где? Где-нибудь на крыше домов, слушайте. О, погодите, погодите, по-моему, я вспомнил это место. А, на карту, да. Карты как таковой тут не присутствует. Очень, конечно, жалко и обидно. Кстати, а когда мне надо есть? Мне кажется, что если бы мне надо было сейчас поесть, мне бы высветил что-нибудь, значок там, я не знаю, чего-нибудь. Или нет? Короче, фиг знает. Ну тут вот зеленые значки есть. Вода, там еда. А, еще какой-то значок кафешки. Тарена вот значок. И пистолета. Не знаю, конечно, что большая часть из этих значков значит, но... А, в любом случае, может быть, что-нибудь и неплохо бы это... Ну, высветится, мне думаю, красненьким, если я захочу там пить, есть что-нибудь такое. Я думаю, красненьким цветом оно должно высветиться, по логике вещей. Слушайте, я туда иду. По-моему, где-то на этой горе был дом Каталины в оригинале-то. Правда, я сейчас уже не помню, в оригинал-то я играл уже. Едите его налево, как давно. Слушайте, деревня. Так. Не знаю уж, если то... По-моему, это не та гора все-таки. Из-за отсутствия карты и радара вообще как такового мне довольно-таки нелегко разбираться на местности. Хотя примерно помню, что да как тут было, но... Я знаю, конечно, как дойти до городов, но я думаю, что это нам пока не надо. И давайте лутаться в сельской местности. Не, ну это, конечно, вот офигенно они сделали то, что соединили эти две игры. Это получилось у них довольно-таки неплохо. Мне вот нравится, честное слово. Вот только не было бы вот этих вот мудаков проклятых, а. Которые так портят, блин, всю игру, а. Начинают тебя месить, в говно просто разносить тебя, блин, фигачить. Ну зачем это надо? Ну ё-моё, неужели нельзя, ну как-нибудь покультурнее все это делать-то, а? Вот я вот... О, машина. Надеюсь, меня не заметили. Потому что я не уверен, что тут... Так, это все нормально, это есть, я просто проверяю на всякий пожарный, ну, потому что консервы. Консервы, конечно, штука полезная, но... Так, знаете, давайте-ка аккуратнее тут на корячках, я думаю, лутаться. Потому что если меня кто-нибудь... Я не хочу, чтобы меня кто-нибудь палил. Я, конечно, понимаю, что тут и вполне себе, возможно, будут дружелюбные люди. Может быть, даже кушаньем со мной поделятся. Но это мне надо сначала объясниться, кто же я такой-то, ё-моё. Так, ну, вроде никого нету. С крыши-то как-то побезопаснее, я думаю, осматриваться. Так, давай, не застревай в текстурах, чувак. Ты мне еще нужен. Если ты застрянешь в текстурах, то это все. Это, можно сказать, пиши пропало. Я лично в Саньке сам застревал в текстурах. Ох, ё, это я зря сделал. Это так не надо было. Никогда не делайте так. Особенно если здание выше. Ну, я думаю, вы прекрасно знаете, это я, грёбаный нуб. Я в сам-то вообще никогда не задумываясь играл. Ну, играю, летсплей отснял, ну, как бы... Хорошо, весело, интересно, да? Но... не до такой степени, чтобы как бы разбираться в нем. Чё-то какие-то там мне один раз спросили. Ты, говорит, какой левел в сампе прокачал? Я вот, честно говоря, даже не знаю, какой я левел прокачал. Вы знаете почему? Да потому что я даже не знаю, что такое левел. Ты ебать. Я, конечно, понимаю, что левел это уровень по-английски, как бы. Но уровень чего? Я понимаю, что есть уровни в играх, допустим. Уровень первый, там. Уровень сложности. Ну что за уровни в сампе, конечно, это меня насторожило. Я нифига не понимаю, я нуб. Честно, я не буду сейчас скрывать, говорить, что я, блин, грёбаный профессионал, как это делают многие люди, которые сами нифига играть не умеют, а потом говорят, да ты чё, я же, блин, профи, это ё-моё, это ты играть не умеешь. Типа, то, что ты меня там завалил, это не значит, что я играть не умею, значит, то, что ты играть не умеешь, блин. Не-не-не. Знаете, это не по мне такая фигня. Я человек откровенный, всегда говорю то, что думаю, как говорится. Если вот мне, допустим... Ой-ой-ой, тихо. Я смогу перепрыгнуть, интересно. Если вот, допустим, мне даже игра не нравится... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, я лох. Я говорю, что она мне не нравится. Ну и всякое такое. Сейчас я лично признался, что я лох. Блин, ну вот на крышах нифига нет. Хотя обычно в таких вот играх в сурвайварах... Как там, сурвайвар...
Тут обычно бывает что-нибудь интересное. Там то оружие заныкают, то еще что-нибудь. Есть даже игрушка такая клевая, я забыл, правда, как называется. Ой, там еще демоны-то постоянно из-под земли-то вылазят. Я тоже поиграл, довольно клевая штука. Правда, еще сыровато, зараза. Играть невозможно просто. Ну, блин, постоянно то трава у тебя исчезнет, то еще какая-нибудь херня. Но игрушка действительно, вот стоит отметить, она довольно хорошая, качественная. Чё-то тут ни в один дом зайти нельзя. Знаете, это как-то, да, настораживает меня. Либо еще сервак довольно-таки свежий. Недоработанный, можно сказать. Либо, ну, просто еще что-то не, это не сделано, как говорится, такая штука. Но я думаю, что сервак уже, ну, не новый. Хотя фиг его знает. Слушайте, ребят, я ни хера не могу найти, если честно. Ладно, давайте-ка отложим на, до следующей серии, потому что пока что я брожу и ничего толком найти не могу. Вот лутаю, лутаю, ни хера нет. Это чисто был 100% смотр, это было мое ознакомление, можно сказать, с этой игрушкой. То есть с этим серваком, с игрушкой ты уже давно знаком. Собственно, с этим серваком это было мое только первое ознакомление. И, значит, продолжу я в следующей серии. Всем спасибо, удачи, пока, с вами был Женек, заходите на сервак, сервак будет в описании. Всем удачи, пока.